Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами снова ведущие Игорь Знаменский и Надежда Исайкина. И сегодня мы представляем вам уникальное средство Always Dry. Игорь, расскажи же нашим телезрителям, что это за новинка такая? Это так называемое гидрофобное средство с водоотталкивающей формулой. И, кстати, что, мне кажется, самое важное, абсолютно экологически безопасное. Так, подожди, ты все красиво говоришь, но мне не совсем понятно, что значит гидрофобное? По сути, по-древнегречески это значит вода и страх, то есть боящаяся воды, отталкивающая воду. И я тебе сейчас это продемонстрирую. У нас есть возможность на ватных дисках для вас устроить небольшое представление. Я, друзья, уверен, то вам понравится. Это водоотталкивающее средство, применение которому очень широко в нашей повседневной жизни. Но давайте сначала проведем небольшой эксперимент, да, вот как в настоящей лаборатории. Посмотри, вот этот диск не обработан ничем. Так. Мы на него, соответственно, посылаем воду, и капельки впитываются. Ну, собственно, диски созданы для того, чтобы абсорбировать воду, все понятно, все предсказуемо. А вот этот диск обработан, он такой же абсолютно, но он обработанный, и смотри, что мы видим. Always dry. Да, always dry. Мы капаем, смотри, капелька осталась. Смотри, подожди, еще. Я поняла, смотри. То есть какая-то защитная пленка образуется на диске, обработанном средством Always Dry, и таким образом влага никак не может проникнуть в его суть, в его центр, так? Абсолютно точно, причем это не какая-то пленка, которая образуется сверху, это формула, которая позволяет внедриться в ткань, она таким образом позволяет ей дышать и никак не меняет структуру самой ткани, ткань остается абсолютно такой же на внешний вид, на запах, на ощущения, но она просто не позволяет воде проникнуть внутрь. То есть это высокотехнологичная формула. Получается, что нет никакой пленки, а просто мы обрабатываем, ну, например, обувь, да, посмотрите на свои экраны. Прямо сейчас вы видите обработанный ботинок и необработанный. Посмотрите, какая разница. Отправляетесь вы на улицу, а там дождь. Ну что же ждет ваши любимые туфли? Обработайте их Always Dry, и тогда вас, конечно же, эффект удивит. Вот посмотрите, друзья, на что способно данное средство, данное гидрофобное средство, которое вы можете использовать не только для обуви, хотя, честно скажу, для меня это самый актуальный момент, потому что у меня просто нет времени постоянно чистить обувь, мне гораздо проще вот так вот ее обработать, она будет защищена от влаги, от грязи в течение вот такого большого количества дней, 540 дней, представляешь себе? 18 месяцев можно забыть о том, чтобы чистить обувь, это прекрасное предложение, кстати, ну, а как ты считаешь, вот не только обувь, не только сумки, но и ткани можно обрабатывать. А что касается, например, стирок. Вот если мне нужно постирать вот такие замечательные белые мокасины, я могу постирать, если они обработаны уже Always Dry? Да, ты можешь постирать их без каких бы то ни было проблем. В кратчайшие сроки твоя одежда, твоя обувь вернется в то состояние, в котором оно было изначально, но при этом заново затем обработаешь, дашь сутки на высыхание, на восстановление, на проникание как раз ткани, в ткань этого гидрофобного средства, и получишь опять водозащищенную. Посмотри, что, вот, смотри, что творится. Ну, с ума сойти, такие ролики просто эффектно. Мы понимаем, что действительно это средство, оно помогает нам сохранить нашу обувь. Каждый день при нашей вот такой погоде мы можем обрабатывать обувь этим средством и носить ее намного дольше. Но не только обувь ведь. Нет, безусловно, не только обувь. Любая ткань, любая мебель, даже это может быть кожа, это может быть текстиль. И, друзья, давайте я вам хочу продемонстрировать, наверное, просто вот смертельный номер, как я бы его назвал. Так, посмотри, что у меня дробь. Здесь есть. Я вижу очень такой насыщенный раствор марганцовки. Какой цвет лучше всего подходит под марганцовку? Естественно, кристально-белый, друзья. Кристально-белый, давайте посмотрим. А теперь посмотрите, что может быть. Я волнуюсь. Ах, что же произойдет? Вы посмотрите. Обработанный ботинок полностью отталкивает воду. Вы видите это на своих экранах прямо сейчас своими собственными глазами. Это просто потрясающе. Да, что называется, отгадайте, на каком ботинке у нас, соответственно, обработаны края. Это значит, что эти белые мокасины прослужат лично мне, ну, на 10 лет дольше. Потому что, посмотрите, они практически неуязвимы. Никакие погодные условия им не страшны, ни грязь. Ни дождь, ни слякоть. Теперь можно не бояться покупать непрактичные, но красивые вещи. Да, для меня вот опять же это большая проблема, и моя дочка постоянно залезает в самые ужасные, наверное, участки нашего района, и постоянная грязь на ее ботинках, на ее вещах, и это большая проблема для меня, я тебе честно скажу, но вот с таким средством это больше не будет для меня проблемой, я знаю, что для вас тоже. А потому что мы можем защитить и детские вещи. Все благодаря тому, что я слышала, что в состав этого средства входит гипоаллергенный
аллергенные и абсолютно безопасные соединения, которые можно использовать даже на детской одежде. Это да, это правда. В состав этого средства входит изопарафин. Это средство, которое, может быть, вас смущает своим названием, но вы его используете, девушки уважаемые, в каждый день. Это косметика. Она помогает, она увлажняет кожу, она заживляет раны, Изопарафин содержится даже в туши. То есть тушь, которая контактирует с глазами самой нежной кожи, содержит эти вещества, которые используют производители Always Dry. Таким образом, это максимально безопасное средство. Итак, эксперимент продолжается, да, Игорь? Что мы делаем? Да, например, это, например, вот детские вещи, посмотри. Обычная штанина не обработана. Итак, ваш ребенок выходит на улицу, и вы понимаете, что вся грязь его, но здесь... Посмотрите, на нашей контрольной штанине мы видим, как грязь буквально собирается. Это фантастика, это как в научной программе. Научный опыт, и не говори. У нас в прямом эфире, посмотрите, все скаталось практически в одну лужицу. Кстати, ее можно перекатывать, и ничего не происходит. Да, не проникает благодаря в ткань. Великолепному влагоотталкивающему спрею, гидрофобному средству Always Dry. Итак, это была детская одежда, которую мы можем также обрабатывать нашим замечательным средством. Ну и, конечно же, у нас есть взрослая одежда. Чем мы отличаемся? Мы тоже хотим быть красивыми каждый день. Давай попробуем. Безусловно. Давайте еще разочек возьмем тоже воду. Вот на этой ткани будет очень хорошо тоже заметно. Давай сначала вот здесь вот с этой стороны посмотрим, на что способно, опять же, на что способно это средство. Результат предсказуемый, да? Это хлопок, он впитывает. Давай попробуем обработанный вариант. Посмотрите, капельки просто не приживаются, они отталкиваются максимально нашей ткани, при том, что это полноценный 100% хлопок, который призван впитывать в себя всю влагу. И при этом, ты знаешь, вот по обработанной штанине я бы никогда не сказала, что она чем-то обработана. Я даже, извиняюсь, даже запаха никакого запаха, никакого ощущения, нет эффекта пленки, потому что это уникальное абсолютно средство, которое дает нам возможность защитить любую нашу обувь, любые наши изделия от воды. Это может быть как мебель, это может быть как обувь, это может быть, опять же, личные вещи, это может быть одежда ребенка. Все безопасно, все экологически чисто, проверено. У меня столько азарта, давай проверим нашу куртку. Ее также обработали наши реквизиторы. Напомню, что за 24 часа нужно сделать обработку тканей. И, конечно же, это у нас обычная, да, ткань, которая, так, половина обработанная и не обработанная. Какая мокрая вот эта левая сторона и какая сухая остается правая. Да, действительно, несмотря на то, что это баллонь, которая призвана нас защищать от дождя, как видите, она не всегда справляется со своей функцией. Вот ткань абсолютно проникает. Обработанная часть у нас как зеркало. Посмотрите. Даже близко, влагу. Ни одной капельки. Все собираются капельки, опять же, на месте сгиба. Это говорит о том, что ни одного грамма, да, ни одного миллилитра воды здесь не впиталось. И наши вещи защищенные. И с экологической точки зрения никаких претензий у нас быть не может. Окей, я тебя поняла. Но как правильно наносить это средство? Потому что я понимаю, что... Наверное, есть какие-то нюансы. Смотри, давай самое сложное. Вот такие вот штаны, сделанные из хлопка. Наверное, на них вот может показаться сложнее всего. Давай я тебе немножечко подвину. Спасибо большое. Друзья, обратите внимание. Вот такой вот большой спрей. Смотрите, вот такой спрей. В первую очередь нужно его потрясти. Вот. Мы его трясем. Да. Ну, давай я технология, тоже буду пробовать. Да, технология очень простая. Мы должны сначала наносить по горизонтали. 10-15 сантиметров по горизонтали, прости. Да. Вот таким образом. И дальше и что? Теперь по вертикали. Закрепляем результат. Закрепляем результат. Для того, чтобы достичь максимального эффекта, рекомендуется в течение 15 минут повторить эту процедуру, тоже сделать то же самое по вертикали и по горизонтали. Дальше дать отдохнуть, так сказать, этой ткани в течение 24 часов, в течение одних суток. И затем в течение невероятно полутора лет... Можно не прикасаться, она будет водоотталкивающей. Это же абсолютно невероятная технология. Технологии действительно фактически будущего. Сегодня на ваших экранах, посмотрите, гидрофобное средство Always Dry защищает вашу обувь, одежду и даже предметы интерьера. Это правда? Для меня тоже имеется проблема, я думаю, что у тебя такое тоже есть, потому что дети в течение долгого времени, опять же, портят в том числе и вещи. Сохраним свои вещи в порядке вместе с средством Always Dry. С вами были Игорь и Надежда. Спасибо, оставайтесь с нами.